Всем кул, с вами снова Билли. И мы сегодня будем играть за Puppet Master Бартейта. Я его уже прошел, но так вышло, что опять я ничего не смог записать. Вот, проходил я его очень странно и не уверен, что это было правильно. Давайте с вами попробуем сегодня пройти его немного иначе. Так, вы имеете 20% шанс сделать врага своей куклой. То есть папетер это типа кукловод, я так понял. Куклы имеют бонус 220% от 2% здоровья, 300% от урона в ближнем, урона в дальнем и стихийного урона. И также имеют 180% от 2% скорости, если я так правильно понял. И можно нажать Space, чтобы заставить своих кукол сражаться с врагами рядом с вами. Максимальное количество кукол 12. Но при этом всем наш урон уменьшен на 100%. То есть дамажить будут в основном куклы, но я вот хочу взять еще шокеры, чтобы еще стихийный урон раскачать. Вот, можно взять магические палки, но мне хочется шокеры, как раз потому, что у них, ну, у шокера есть... Вот первая кукла появилась у нас. У шокеров есть поддержка, и мы можем сбор еще прокачать немножко. Вот, а без сбора будет не очень. Но при этом нам нужна колбаса, чтобы нам колбаса упала. Вот, что мы качаем? Ну, давай реген возьмем. Шокер еще один. Бомба. Нет, не будем брать. Давай еще шокер один. Сбор начинаем прокачивать, потому что это оружие, оно не только стихийное, оно еще и поддержка. То бишь, халявный сбор не помешает. Мягко говоря, не помешает. Вот, рубашка дровосека также нам не помешает, чтобы деревья самим ломать. Папеты не ломают дерево. Стихийный урон. Еще шокер. И давай турель возьмем. И рольнем разочек. Но тут ничего полезного нет. Ну, есть там зуб, но на старте он мне не нужен. Вот видим, появляются враги, и кто-то из них становится нашей куклой. То есть мы типа порабощаем их. Вот, шокеры сами по себе слабо дамажат, но они, во-первых, замедляют врагов, а во-вторых, дают сбор. Вот, но чтобы дамажить именно еще, нам нужна колбаса, нужны змеи. То есть вот этот стихийный билд нам нужен, короче. Вот, но это все может мне не упасть. Как, впрочем, это и случалось миллион раз, когда я пытался сыграть через стихийный билд. Берем хпшечку и берем, наверное, еще стихийный урон. Шокер, рубашка дровосека. Очень хорошо. Еще шокер. Да, давай шокер. И купон мы улучшим, потом заберем его. Вот, нужно еще скорость передвижения прокачать, чтобы было проще всех кайтить. Но там просто синее хп пришло. Я решил, что синее хп важнее. Вот, сбор у нас уже хороший за счет 6 шокеров. Нужна скорость передвижения. Ну и там разные другие нюансы. Так, дерево сломал. Куклы мои разобрались. Сколько у нас будет ресурсов-то в конце волны? Я бы собрал больше, будь у меня скорость передвижения, но, увы. 131/15. Уклонение. Давай стихийный урон. Купон. Шокер. Еще шокер. Сбор взять. Увеличить. Давай увеличим еще сбор и погнали дальше. Пока что вот так. Надеюсь, сбор как-то сыграет какую-то роль. Конечно, скорость передвижения надо еще где-то надыбать. Так, есть, взяли. 26 секунд еще есть у меня. Жмем вот пробел, и они как бы рядом со мной ходят и бьют тех, кто поблизости. Но сейчас пока нет смысла это юзать. Вроде бы нет. Они вон сами все сносят подряд. Кстати, сейчас они сломали дерево. Хотя до этого мне казалось, что куклы деревья не ломают.
Это же, по сути, тот же материал, из которого они сделаны. Так, это мы продаем, и нам бы скорость передвижения найти. А чё-то нет, блядь, её. Ну давай стихийный урон. Блядь, ну я не знаю. Давай броню. К сожалению, пришлось вот так вот потратить наши сбережения. Шокер еще один. Инженерия. Еще шокер. Ну вот нету того, что мне действительно нужно. К сожалению, игра послала меня нахуй. Ни колбасы, ни змей. Не знаю почему. Просто, блядь, нету. То есть мне нужно дамажить врагов. Мне нужно поджигать. Игра не хочет, чтобы я справлялся с этой задачей. И скорость передвижения при этом не дает. Я на роу сейчас нормально так потратился. Вполне возможно, что будем перепроходить. Потому что, блядь, хуёво все. А игру устраивает, что у меня дела хуёво. Ну, куклы, конечно, справляются, но поначалу-то их мало. Вот. И можно прямо грести не слабо. Шестая волна, то есть это не самое сложное. На седьмой могут быть проблемки. Господи, да дай ты мне, пожалуйста, уже... Ладно, давай стихийный урон. Я не знаю, не хочет. Вот, можно вот это взять, но это минус удачи, к сожалению. Ну и шапку давай возьмем, чтоб скорость все-таки поднять до достойных значений. Придется вот это брать. Хотя не знаю, есть ли смысл. Ладно. Почему-то не прокает нужные мне вещи. Мне нужно, блядь, всего-то ничего. Просто колбаса и змеи, чтобы я мог нормально справляться. Чтобы я сам своим персонажам тоже давал урон. Чтобы не только мои, блядь, куклы что-то делали, но и я тоже. Видимо, так нельзя. Вот, слойеры появились, но, к сожалению, они не стали куклами. А они тоже могут быть куклами и довольно сильными. Желательно, чтобы именно они были куклами. Я просто замедляю хожу. То есть все делают куклы. И это мне вообще не нравится. Я хочу сам что-то делать. Тут либо инженером быть, либо вот стихийный. Но мне стихийный больше нравится от инженерки, потому что они скелятся. Ничего. Так, ну давай возьмем, я не знаю, удачу установим. Дальность сбора. Пожалуйста. Если ты меня уважаешь... Никто меня не уважает, ладно. Продолжаем качать шокеры, хотя не знаю, в чем смысл. Вообще, они апаются как-то. Синий лучше скелется. А, типа там три этих, все, понял. Ну, так-то... Если не получится, будем, блядь, с волшебными палками играть. Будем без сбора играть. Да там хотя бы поджигать гарантированно будем. Потому что сейчас у меня нет такой функции. Сейчас я просто бегаю саппортом. Чисто замедлялкин, мистер. Так, надо дерево сломать. Уж дерево-то я могу наказать. Наказал это дерево. Еще одно дерево не ушло от меня. Блять. Не, ну видите, даже, то есть, сильные мобы могут стать тенью. Ой, ну, тенью, куклой. Почему-то тенью мне это хотелось сказать. Но они реально на тени похожи. Ну, дай мне скорость передвижения, заебали. Ладно, реген берем. Инженерия. Шокер еще один. Блять. Нету. Ой. Прошу пардона. Ну это прям вообще хуёво. То есть придется мне через волшебные палки походу играть. Потому что, ну, не приходит поджигание. Мне нужно, блядь, ебучая колбаса это. Я в стихийный урон сколько вон вкинул уже. Для чего, спрашивается? Для ваших приколов, что ли, каких-то? Не, есть функционал замедления у шокеров, да. Плюс сбор, как бы я...
Все правильно делаю, но честно ожидал, что хотя бы, ну, колбаса и змея в одном количестве хотя бы придут. Вот, не говорю уже там о нескольких, чтобы реально прям круто было. Вот, а тут мне вообще ноль пришло, поэтому я слегка расстроен. Что же делать-то? Ролить, блядь, неблагодарно, вообще ничего не куплю тогда. А мне надо как-то справляться с этой хуйней всей. Мины. Уклонение, скорость атаки. Ну, скорость я какую-то нашел, давай уклонение 9%. Че, инженерка? Инженерка у меня присутствует. Удача тоже. Ну, давай инженерку. Шокер фиолетовый. Окей. Шокер синий. Окей. Кибершар. Окей. Че еще мне? Что мне, блядь, тут еще надо? Язык пришельца. Окей. Огнемет. Слушай, ну вот это надо забирать, я думаю. Да, сбор чуть меньше будет, но стихийная по-прежнему пятерик. Окей. Плюс один шокер легендарный теперь у меня. Теперь хотя бы поджигаю кого-то. Потому что стихийный урон на месте, как говорится. Да, процентный хуёвый. Ну, не моя проблема. Точнее, моя, но у меня есть другие способы нанесения урона. За счет куколок. Куколки, блядь. Еще иногда сложно разобрать, где куклы, где, блядь, не куклы. Танцевать из-за этого сложно. Поэтому нам нужен очень живучий персонаж. Я вот думал, ну, будет живучий, уклонение, броня, хп, реген, вся хуйня. А остальное стихийный урон. Вот, и как бы нормально будет. Но, блядь, я так делаю, но не работает из-за того, что нету колбасы. Дай колбасу, сука. Стихийный. Лимонейд, сад. Медицинская турель, хорошо. Бур, легендарная точная. Шанс собрать один материал при убийстве врага. Критическим ударом. Это нам не надо. Плюс 3 к параметру, блять, тоже не надо. Ну, пиздец, короче, я не знаю. Я столько бабок сейчас на роллы потратил. Вон, хорошие же цифры, на самом деле. Типа, будь у меня именно колбаса, цифры были бы гораздо больше. Потому что колбаса была бы, ну, просто модификатором. А если ее еще и стакнуть, то будет несколько модификаторов. Вот, а огнемет с колбасой — это вообще было бы заебись. А бутерброд с колбасой — это прям пушка вообще. Вообще, мне кажется, что должна была быть не колбаса у поджигания, а перец чили. Вот, тогда это было бы прям правильно. Перчик. Перчик. А чтобы распространять огонь. Молочко. Да не, молочко наоборот, по-моему, должно блокировать остроту изжения. Так, 11-я волна. Плащ, кража жизни, уклонение. Ну, как будто бы, да, можно взять. Как-то похуй. Давай, скорость, наконец-то, апаем ее. Ничего полезного, медицинская турель, медицинская турель, опасный кролик. Да ёперный ты, блядь, театр. Огнемет еще один. А давай два огнемета. Похуй. Не будем мапать, пускай будет два огнемета у меня. Я, блядь, человек-огнемет теперь. Горите нахуй. Можно еще фабрику инженерную. У меня теперь есть медицинские турели. Несколько штук. И я хотя бы буду еще от них хилиться. Сомнительно, что я какой-то прям жесткий урон даю своими огнеметами. Но это единственный, по-моему, для меня способ вообще давать какой-либо урон. Сейчас чуть не сдох, кстати. Блять, что-то много как-то врагов. Прям
чересчур много. Надо забрать ресурсики максимально. Ебать, как их спавнится много. У меня паппетов не так много, как врагов. Это нехорошо. Надо, чтобы паппетов было больше. Ладно, выжили каким-то чудом. Так, крит стихийный. Ну давай. Удача. Урон дальний. Давай стихийный опять. Я буду продолжать гнуть линию. Я надеюсь, что мне все-таки что-то придет. Огнемет. Давай нахуй. И крит возьмем еще. Поджигающая турель. Хорошо. Улитка. Минус скорость врагов. Тоже неплохо. Три огнемета, три шокера. Нормально. Еще поджигающие чисто турели есть. То есть... периодического урона реально много. Верим в паппетов. Паппеты. Скорости передвижения тоже много, то есть я всегда в движении. Просто по всей карте я должен... Надо, блять, армор походу качать. Надо что-то в это... в сейф. В выживание как-то переходить. Ни деревьев, блять, ни инженерных фабрик. Ни, блять, нихуя. Почему-то вот не хочет игра мне давать. Это что за зеленая плюха сейчас полетела? А, это, наверное, от паппетов. Они же тоже стреляют. Они же повторяют обилки за врагами. Так, ну дела не очень хорошо. Бомбу берем. Миниган опять, второй миниган. Так, минус скорость, плюс к удаче. Давай. Огнеметик. Берем. Приманку берем. Ну и больше нахуй нехуй. Ага, Басяо. Басяо не самый проблемный, но не самый хороший. Блять, он меня пробил. Это я, конечно, сам виноват. Отхилился. Турелька. Расходнички. Не, боссик, кстати, пробивается, но исключительно паппетами, по-моему, не мной. Я очень мало урона ему наношу. Ну, как бы наношу, но мало. Вот, как бы так. Еще наношу. Так, прошел, уклонился. Бля, уклонение, конечно, жестко спасает меня. Че, 12 секунд? Ну, сомнительно, что я ему что-то сделаю. Но надо бы попробовать. Нам легендарочка не помешает. Умри, пожалуйста. Блядь, 2 секунды. Сука, живой. Обидно. Это нам ничего не надо. Уклонение, давай. Огнемет легендарный. Опа, сюда нахуй. Мы его сейчас заберем. Я не знаю, поможет ли мне это. Стоит ли мне в пухе вообще упор делать? Я не считал, не смотрел. Опять статы особо на живучесть не получил. Короче, думаю, если доживу до 20-го, то там мне пизда. А, на 17-м даже, возможно, отличу. Ну, либо раньше посмотрим. Пока живем. Сейчас главное подфармить побольше. Подфармить. Забрать огнемет. Кстати, не знаю, сборщиков. А, кстати, да, сборщиков я там много убил на прошлой волне. Мне что, габриметов там предложили. Но я их все проебал. Точнее, отказался от них, от всех. После паппет мастера, может быть, даже турельного мастера попробуем. А, точнее, это не паппет мастер, это паппетир. Почему-то мне хотелось называть его паппет мастером. Почти 1000 собрал. Нормально, стихийный, хуйня всякая. Еще уклонение взять? Нет, давай реген. Ух, ебать, слушай, тут красиво как все. Ну, как-то так. Дальность сбора. Не надо дальность сбора. Ее и так достаточно. А вот геккончик нормально. И еще ролим. Медицинская. Медицинская нужна. Слушай, ну у меня осталась одна нелегендарная пушка. Остальное все на высоком уровне. На достаточно высоком. То есть замедляем, заставляем гореть. Но без колбасы, которая мне очень-очень сильно нужна была. Потому что я бы еще и
мне кажется, папетами бы тоже заражал огнем. Ну, либо не папетами, турелями точно. А со змеей так вообще вся планета, блядь, горела бы. Так. Тик-тик-тик-тик-тик. Горите, блядь. 16-ю прошли. Следующий босс. Это нам не надо. Скорость передвижения. Давай возьмем, наверное, скорость еще. Лимонад. Медицинская турель. Поджигающая. Хорошо. Взял скорость, значит, можно взять стихийный и реген. Bullet tree. Ну, bullet прикольно, наверное. Возьмем, если переживем сейчас ситуацию. Так, повар. Повар не самый проблемный. Ну и не самый простой. Блять, папет из вот этого чела, который распадается на маленьких, это бред, блять. Смысл делать из него куклу? Она же нихуя не делает. Не дамажит даже. А что меня убило? Я видел, что меня дамажило, но что убило, не видел. Блять. Ладно. Пробуем еще раз. Давай. Или верим, что... Нет, не верим. Давай. Давай. Палочки. Ну вон хотя бы горят, блять. Хоть что-то. Но замедления нет и сбора нет, так что фиг знает, нужно ли мне так играть именно. Посмотрим. Так, стихийный. Волшебная палочка. Волшебная палочка. Они же просто стихийный урон апают. Да, просто стихийный урон апают. Блять, папетов больше, чем мобов. Как-то это странно. Они же мне не дают денег. Ну, точнее, ресурсов. Сгорит? Сгорело, нормально. Блять, мало собрал вообще. Скорость передвижения, волшебная палочка. Ну, больше покупать нехуй. Денег нет, потому что банально. Сейчас будут денежки. Там 11. Гори, блять. Слушай, ну возгорание все равно дамажит по единичке. Я думал, оно будет больше дамажить. Может, стихийный урон — это вообще не мой вариант. 75 и 21 не собрал. Инженерию возьмем. Волшебная палочка. Пиздец. Все очень нехорошо. Блять. Не ябайте. Не ябайте. Так. Собираем всю хуйню. Со всей хуйней. Найс. Ну, пока нормально. 138 на 14. Могло быть хуже. Стихийный минус сбор. Не, не хочу минус сбор. Новый реген хотя бы возьмем, что ли. Стихийного еще урона. Волшебная палочка. Купон. Купон, волшебная палочка. И еще раз рольнем. Огнемет. Слушай, ну огнемет заберем. Со старта огнемет. Це не очень грустно, це круто. Да, блять, заберись. 33-го раза забрал только нужную мне ресурсинку.
Так, надо подобрать побольше. Деревья вон спавнятся. Я бы и деревья хотел поломать, но... Не успеваю, банально. 140 на 24. Скорость передвижения. Так сделаем. Нормально, в принципе. В принципе-то нормально. Дайте колбасу, пожалуйста. Мне просто нужна ебаная колбаса. Желательно много. Чем больше, тем лучше. Колбаса, змеи, чтоб все вокруг горело. Вот это было бы заебись прям. И замедление побольше. Улитку, зубы. Вот это все. Тогда прям будет вот так вот. Чтоб все дебафалось. Броня, палочка. Палочка. Огнемет еще один. Бля, ну надо брать, наверное. Ну, вообще, это неплохо. Довольно ранние огнеметы. Блять, я не смог сломать кокон, к сожалению. И папе там он не стал. К сожалению, опять же. Так, похилился. Бля, ну своими силами я заебался бы этого слэшера убивать. Все делают папеты. Начинаю думать, что стихийный билд тоже хуйня уже. Как будто надо просто качать абсолютно другие вещи. Какие хуй знает. Может быть, шокеры вообще лучший вариант. Замедляют, блядь. Инкам дают. Так. Стихийный урон. Скорость передвижения. Объединяем. Берем огнеметило. Шанс при гибели врага нанести еще урон. Ну давай. Пока ничего не ясно. Вот абсолютно нихуя ничего не ясно. Есть некоторые предпосылки к тому, что моя идея хуевая. Через стихийный урон. Но пока ответа точного дать не могу. Вроде горит, как бы, ну, урон наносится. Че, блядь, надо еще? Блядь, только не убивай. Живу вроде. Броня. Давай, броня. Кибершар. Начинаю думать, что это хуйня. Давай в главное меню. Сейчас подумаем, как лучше сыграть. Так, мины. Ну, мины вроде как неплохо. Турельки тоже неплохо. Сады. Гост СМГ. Ладони. Ладони — это рукопашная и поддержка. От себя отталкивать. Ну а стихийного скелеца урон лучше, чем от любого другого урона. Ну и от урона в дальнем бою. Хм-хм-хм. 80%. Ну давай. Давай, шокеры лучший вариант будет у нас. Не будем пытаться поджигать. Если придет колбаса, возьмем, но не буду я прям фанатеть. Огнеметы брать не буду. То есть вот максимально шокеры. Замедление плюс сбор. И как бы с оружием, в принципе, все и так ясно будет. Блять, мало собрал. Сбор. Купон. Шокер. Два шокера.
где папеты? Где мои куклы? Ни одной куклы, вы чё, охуели? О, первая появилась, вторая, третья. Резко решили все мои вопросы. Блять, а в конце одни папеты пошли. Ну, суки. Удача. Шокер. И еще шокер. Заебись. Сбор у нас теперь 21, 21 равен. Моделька нравится этого папет-мастера. Я вообще сперва подумал, это Энигма. А это ее эйдолоны бегают, блядь. Но это не так, к сожалению. Было бы прикольно. Повторение. Энигму. Это что-то вроде трентов, там тоже что-то бегают, кайфуют на челе. Уклонение. Пятый шокер. Шестой шокер. Ну давай качать. Ну, конечно, можно не качать вообще шокеры. Но они будут по большей площади дамажить, будут больше замедлять. Так что, в принципе, качать-то их надо. Но это не прям фанатизм. Если будет выбор между шокерами и чем-то другим, надо выбирать что-то другое. Например, турельки какие-то. То 43. Регенерация. Скорость передвижения бы мне их. Броня, сбор. Ну, давай сбор. Дерево и рубашка дровосека. Вполне хороший выбор на самом деле. Нужна скорость передвижения, срочно. Почему, блядь, не падает? Как обычно все в этом плане не работает. Скорость передвижения. Ну хоть что-то. Чего у нас тут еще есть? Еще сбор. Давай, нам нужно больше этого дерьма. Я намерен взять прям хорошенечко. Медицинская турель. Вот это неплохо. Вот это уже хорошая тема. Хорошая тема. Ну хоть скорость появилась. Папеты, надеюсь, разберутся. Жалко, 12 максимум. Хотя, будь их больше, было бы, наверное, нехорошо. Они могли бы вообще все быть папетами. Мне так не надо. Так, подхилился вроде бы. А, сборщик. Сборщика убили? Убили. Хорошо. Это шестая волна. Тут еще не будет у нас коконов никаких. Так что все, заебись. Взрывной урон. Ну, давай, может пригодится. Шанс восстановить очки здоровья. Давай. Уклонение. Давай. Удача. Давай. Ну, тут нечего брать. Купон. Купон это хорошо. А больше тут особо и не возьмешь ничего, наверное. Змея. Ну, змею, наверное, стоит взять. Давай. Вдруг потом все-таки придет колбаса. Сомнительно, конечно. Но вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Папеты, давайте работайте. Вы че, слэшеры меня тут это... своими стрелками атакуют. Сейчас два еще, блядь, новых появится. Хорошо, хоть одного кокона я отъебал. Ну ладно, папеты вроде разобрались со слэшерами.
Вроде услышали меня. Если что, есть кнопка пробела. Сказать help, Махарага. Ну, 300 будет, наверное. Да, 300 есть. ХП минус реген. Ну, давай. Стихийный. ХПшечку можно взять. Реген у меня есть. Думаю, отхилюсь. Сумка. Белый флаг. Хочу ничего из этого брать. Минус удачу, но плюс скорость. Вот это нормально. Мое шторм. Минус кражи, но зато будет шанс нанести урон стихийный. Вот это нам надо. Скорость минус дальность. Ладно, погнали. Нам надо отхилиться срочно. Благо есть функционал определенный. Блять, чуть не попался. Блять, я получил маслину. Пизда. Как это работает? Почему я все выгребаю постоянно? От всех. Посмотрим, как сейчас моего шторма дамажит. Вроде что-то летает. Да, есть определенно. Да, слушай, нормально летает. Ну, как бы, солидно. Еще поджигание найти. А мой шторм, интересно, стапается? Я бы парочку взял. Урон в ближнем бою мне нахуй не нужен, но он, в принципе, даст урон этим парням. Так что я в целом не против, что он есть, как бы. Так, огонь разгорается быстрее. Ну давай. Скорость атаки. Нахуй не надо мне это. Скорость передвижения надо. Так. Удобрение. Балет 3 возьмем. Блять, ну зуб надо тоже брать. И вот это надо взять тоже. Ну я сейчас хоть как-то дамажу. Хоть сейчас молнии летают. Хоть мой шторм, блять, пришел. Причем они прокуют молнии даже с ранжевых атак. То есть не обязательно быть милик. В этом плане мой шторм неплох. И балит чуй теперь у меня есть. То есть если что, можно вступить в бой даже, нажав кнопочку. 280, 300. Надо 500, блять. Ну, 500 со сбором только. Еще турель, кражу жизни можно вернуть на нормальный уровень, и дальность можно вернуть. Модификации типа урон усиленный плюс отталкивание. Ну давай, что ли, геккончик плюс 1 к хп в конце волны. Окей. Картофель и мед. Ну вот шокер только нашел, остальное нахуй. Десятая волна. 33 хп, 33 хп. Че, мне броню надо еще поднять? У меня очень мало брони, 0. Очень мало брони, 0. Ну это реально мало, мне кажется. Конечно, не профессионал, но, по-моему, это маловато. Жалко, что папеты, они просто врезаются. То есть, если бы они были как деревья с какими-то там пушками, или повторяли мои, то это было бы прикольно. А так, не особо понятно. Ведь они просто копии монстров. То есть они по факту просто, те, кто врезаются, они врезаются. Кто стреляет маслинами, они стреляют тоже маслинами. Видимо, как-то так. Так, мне нужно регенчика. Отлично. Как раз. Так, лазерка, еще шокер. Ну, и тут больше нихуя не полезно.
Погнали. На 12-й волне будет у нас орда. Слушай, ну фиолетовые прям отталкивают нормально. Я еще отталкивание взял. Так что ко мне не должны подходить в принципе. Я от себя прям нормально так отталкиваю. Балет 3 пока не трогаем. Сейчас будет много мобов и тогда заюзаем. Блин, осталось реально просто колбасу пару раз застакать, и мне кажется, будет прям заебись. То есть турелик еще немножко, может быть инженерку, колбасу стакнуть, может быть отталкивание в виде боксерской перчатки взять. Блядь, сейчас меня, блядь, возьмут самого. Не хочется мне заставлять их рядом со мной работать, они могут карту все ебать. Так, берем одну ядерную, давай вот это все тоже возьмем. Блять. Что-то я подошибся немножко. Так, броня, отлично. Шокер еще один. Можно кольцо мстителя взять. Тогда мой урон тоже будет немножко расти. Сколько? Ну 30%. Ладно, возьмем, попробуем. Автопушка. Легендарная стрелковая. Восстановление после нескольких выстрелов, каждые 100. Ну, отталкивание, скелеты от инженерки. Да не. Балит Чуи, хорошо. Сейчас орда будет, конечно. Где у нас Балит Чуи? По центру стоит, окей. Мне бы тоже по центру стоять, чтобы... всех бить, чтобы больше молний летало, как-то так, что ли, не знаю. Но я сейчас броню хотя бы нашел, уже есть прогресс небольшой. Так, ну ядерных установок и неуничтожителей пока ничего нет, к сожалению. Давай ко мне, парни. Парняги, парни, работайте на меня. Конечно, замедляю там вся хуйня. Блять, очень плохо все. Пара-пара-па-пам. Давай процентный урон. Балит Чуи, вот эта хуйня. Ну и больше ничего не могу взять, я ничего не могу позволить. Балит 3 прикольный, но если к нему можно подойти. Вот, а я загнал себя, когда призвал к себе челов. У папетов еще и хп как бы есть. То есть они не бесконечные, к сожалению. Но сейчас я должен отработать все ресурсы, которые я не забрал. По-хорошему. Так, ну тут нет достойных прям каких-то пушек в Балет 3. Поэтому не жалко их потратить. Блять, маслину поймал еще одну. Так, ну сейчас уничтожитель будет готов. Вот им можно прям разобраться. Блять, что-то нихуя ни в кого не попало, как будто бы. Так, 500. Надо еще собрать. Блять. Турель еще одна. Кража жизни. Ну, давай. Инженерия. Поджигающая, слоненок, урон по боссам. Мне колбаса ебаная нужна. Кольцо мстителя. Плюс 3,3 к параметру к урону в конце волны. Ну хуй знает, пока что плохо все. Так вот берем. Вот это мне не надо вообще. Урон по боссам и элите. Тоже сомнительно. Блять, ладно. Лучше действительно урон по боссам и элите взял. Так, я нихуя не взял, блять.
А чё, босс? А, не, не босс, это эти пылесосы стреляют, блядь. Баба инженерная фабрика была бы тоже заебись. У меня нихуя нет. Потому что у меня, я смотрю, деревьев много реально спавнится. И мне бы прямо это очень хорошо зашло. Блядь, поймал маслину лишнюю. Так, ладно, работаем немножко. Ух, блядь, по мне поработали. Ко мне, блядь, парни. Не хотите ко мне подойти вообще, нет? Нет, ну ладно. Блядь. Еще словил маслину. Нахуя? Сука. Ну, много неоправданных покупок было, ничего не поделаешь. Давай попробуем отталкивать. Нет, нет, нет. Скелица будет от урона в ближнем бою. Окей, давай, попробуем. Без стихийного, то есть урон в ближнем. Но турели стоит брать. Посмотрим, короче. Так. Скорость передвижения, ладонь. Ладонь. Тун-тун-тун-тун. Пошел ты. Ага, Мугивар Уфи. Много ладоней. Ладоневый пулемет. Гатлинг. Или как там? Резиновый ладонь. Резиновый ладонь. Так, ну зато они дают сбор. Это уже хорошо. Удачку, регенерацию, ладонь. Есть еще ладонь? Есть ладонь. Плюс 20 сбора. 40 сбора. Хорошо. А что вообще дает прокачка? А, типа они сами по себе еще поодиночке сбор дают. А, ну тогда да. Тогда, конечно, да. Ну и тут отталкивание для меня тогда лучший выбор. Ну и ближний бой тогда, ладно, немножко можно еще покачать, чтобы стакануть урон папетов. 131 на 10, стрёмная пища. Плюс восстановление от расходников, броня. Ответный удар. Берем ответный удар, в принципе. Еще ладонь и турель. Все, у меня сбор 50 на четвертой волне. По-моему, это солидно. На. Бля, с этими ладонями, конечно, забавно играть. Это что-то на уровне пацифиста. Только он папетами ебашит. Так, шмоточка, хорошо. 175. Нам не надо, не надо. Скорость передвижения. Сбор. Милая обезьянка. Ну давай. Испуганная колбаса. Да вы рофлите, блядь. Ой, блядь, ладно. Поверю, хули делать. Буду теперь, блядь, огонь накладывать. Ну не собой, я не буду стихийный урон качать. Качать стихийный урон не буду, но механика меня это устраивает. Буду качать ближний урон, хп, скорость, уклонение, броню, отталкивание. То есть все, что вот связано с ладонями, с выживанием. Вот так вот. Регенерацию, кражу жизни. Смотрим, что из этого выйдет. ХПшечка, кража жизни. Змея и лазерная хирургия. Да пошли вы нахуй. Сука. Просто
так долго играл, через этот билд хотел поиграть, но в итоге меня нахуй посылали. Сейчас, блядь, мне все пришло. Вообще полностью весь комплект. Пиздец. Ебал ваши рты. Не качаю стихийку вообще. Игра такая. Зря. Я тебе сейчас подарок, блядь, дам. Так, там есть вообще сборщик. Нам бы сборщика отъебать. Не хотите? Не, вроде убили уже его. Еще шмоточка. Нормально. Чего там по шмоткам? Можно взять, не можно. Давай. Давай. Что мы еще тут возьмем? Урон в ближнем. Пирог. Шанс нанести при сборе материала. Чего-то там, давай. Сумка, давай. Все, блядь, давайте мне сюда. Стихийный и урон в ближнем бою. Окей. Немножко стихийного возьмем. Больше ничего брать не будем. Инженерную фабрику бы еще. О, вот, кстати, тень появилась. Кукла, которая из кокона вылезла. Правда, она почему-то ко мне боится подходить. Очень странно мувается. Но в итоге, по-моему, это чуть ли не лучший билд. Может быть, если я найду инженерки всякие, статы нормально поправлю себе. Ну, то есть будет много у меня вторичек всяких, чтобы комфортно играть. Отталкивание, отлично. Чё мы хотим взять? Уклонение, броня вроде есть на минимуме. Урон в ближнем, уклонение, инженерка. Урон в ближнем, может, для уклонения. Давай инженерку. Еще скорость передвижения. Дровосек. Так-то. Ладонь. Хорошо. Дальность сбора, отлично. Наконец-то ладони начали качаться. Это больше сбора. Нам надо качать ладоньки. А чё никто не горит? Я там, блядь, набор целый взял. Ну, понимаю, что у меня ближняя атака, но как-то хотелось бы все равно, чтобы работало что-то. От ранжевых там бы все, блядь, горело вообще. А уж тем более от всяких шокеров. Ну, в целом неплохо. Просто папетов мало еще у меня. Как будто бы. Непонятно почему. Ладно, сойдет. Почти 300 есть. Урон в ближнем. Сбор, удача. Не хочу, давай хп. Ладонь еще одна пойдет. Свинья-копилка. Ну пусть будет. Еще одна синяя ладонь. Давай. И погнали. Блять, да что вы за спину мне забегаете? Охуели? Главное от себя их реально отталкивать. Не подходите. Так, что со светом? Со светом почему-то все нормально. Хотя мне кажется, что у меня темно. Ладно. Нужно прям статового сделать. Надо регена еще, уклонение, брони. Чтоб я боссов мог пережить. Скорость передвижения, чтобы кайтить босса. Спокойно. Турели еще. Можно книгу на инженерку тире стихийный урон. Дабы экономить на статах. Ну, в целом хорошо пофармилось. Поджигающее. Хорошо.
скорость атаки, кража жизни. Давай кражу жизни. И мы возьмем еще скорость передвижения. Шрам, бонусный опыт. Тут вся херня какая-то. Легендарная ладошка. Давай сюда ее. Сбор 116. Солидненько. Так, бонусный опыт. Минус кража жизни. Давай. Сойдет, погнали. Бонусный опыт — это то, что мне надо. Через сбор хорошие цифры. Я прошел через инженерку и стихийный урон в прошлый раз. Но я, по-моему, не планировал так изначально. И у меня пушки какие-то были другие, не связанные с этим. Просто мне пришло тоже как бы колбаса, турели, инженерная фабрика. В прошлый раз, когда я закрыл этого персонажа. Вот, но я не записывал. Блядь, чуть не сдох. Мне желательно вообще таких ошибок не допускать. Но сложно, я уже долго сижу. Уже немножко не в себе. Поэтому надо, наверное, подстраховаться и все прям выживание в что смогу вызвать сейчас вот перед боссом. Прям максимально, а то... По-моему, у меня просто все хорошо. И можно было бы пройти. Давай, это мини-робот, хорошо. Это не надо нам. Уклонение возьмем. ХП, бля, заебись. Турель, рука. Что еще мы хотим? Минус скорость, но плюс к ХП берем. О, глазная хирургия не надо, наверное. Давай еще ладошка. Гикончик, но пусть. Еще одна ладошка. Окей. Все потратил. От свиньи импакт нулевой, блять. Но уклонение плюс ХП. Наверное, кража жизни и реген надо еще, и броню. Вот, броня, да, нужна. Вот, ну и как, наверное, стихийный надо качнуть. Или урон в ближнем. Чтобы скелился урон папетов, а то у меня, походу, у них все не очень хорошо. Кажется, они мало должны больше дамажить. Как они вообще скелятся? Они получают... Ага. 2% от моих ХП. То есть от 100... Пиздец. Да, конечно. Скеллинг там жесткий. А чё по урону? То есть если у меня ближнего боя 6... Бля, по-моему, вообще бесполезно качать эти статы. Кажется, они очень мало получат прироста. Кажется, у них по дефолту характеристики как у обычных мобов. Вот, но я их могу увеличить. Броня, минус сбор, но регена много. Милая обезьянка, сад, деревья, хорошо. И босс, блять, босс проблемный, кстати. Мне от него надо бегать. Хорошо, что скорость передвижения реально есть немножко. Я бы от него так хуй убежал без этого. Блять. Блять, что? Теперь круг будет всегда со мной, Михаил. Серьезно, мне не хватает немножко скорости. Надо больше. То есть, если я от него убегаю, круг появляется. Если я рядом, то, блядь, или всегда круг. Хуй знает уже, короче. Фух, ну выжил, ладно. Сойдет. Еще броня. Стихийный глаза. О, найс, глаза, я нечаянно их взял. Сойдет. Минус скорость, но плюс к приниманию ящик.
турельки на месте, сады на месте, сбор на месте, взял стихийку, думаю, не прогадал. Еще бы колбаска была какая-то. И инженерная фабрика, вот это было бы прям заебись. С количеством деревьев моих. Не хочу я с вами стоять, мне надо собирать. Мне надо огонь распространять. Мне нужно хавать расходнички, они взрываться. То есть, ну, не на месте стоять. Тогда будет много урона на карте. Но чтобы это спокойно делать, надо еще будет броню, еще уклонение взять. Потому что чувствуется, что пока есть риск подохнуть. Фух, вот сейчас чуть не сдох, реально. Кража на минус отталкивание. Не, не хочу. Скорость передвижения давай. Поджигающая. Геккончик. Мэггис Фейс. Давай. Сойдет. Ладонь, купон. Бля, надо было купон сперва брать. Ошибка. И шрам. И босс. Что за босс? Бля, босс нехороший. Бля, я его куконы заебусь сломать. Вроде сломал. Реально нужна просто ебучая инженерная фабрика. С моим количеством деревьев, которые я ломаю постоянно. У меня бы еще турелей 5 стояло всю игру. Минимум. Я бы этими турелями очень жестко распространял горение. И просто дамажил бы еще. Как бы думаю, было бы прикольно. Можно меня не обижать? Сука, обижают, блядь. Так, ну вроде хилюсь. Опять пережил просто. Урон в ближнем. Не хочется брать, не нужно выживание. Стихийный тоже брать не хочу. Скорость передвижения. Давай вот это. Уклонение. Заебись. Охотничий трофей нахуй идет. Тут тоже одна параша, если честно. О, вот это надо взять. И турелька. Ну, здесь нихуя нет. Окей, дальше. Хорошо. Что я там, кстати, взял? А, реген я себе поднял, нормально. Ну, в принципе, как я и хотел. Я отталкиваю от себя, у меня хорошо со сбором. Да, дальше 20 волны будет очень сложно. Ну, типа, по сути, билд на 20 волн. Потому что потом сбор не работает адекватно. Он понижается с каждой волной. Не понимаю, почему, если честно, это какой-то бред. Это несправедливо вообще. Ну, это уже не моя проблема. Точнее, это вообще не проблема, как бы, ну, разрабы так решили, значит, похуй. Ну, по-моему, это тупое решение. Не стоило так нерфить сбор. Типа, я понимаю, что там, наверное, многие разгоняли его, ебать как. Ну, тогда нерфите шмотки, которые разгоняют. Зачем убирать в целом механику, не знаю. Ладно, так, реген, минус уклонение, но хил, берем. Плюс хп и реген. Худи ретромейшн. Скорость атаки за каждое уклонение. Как бы неплохо, но я не дамажу, мне не надо это. Бомбы берем. Хп и регенерация берем. Глазная хирургия берем. Это можно будет взять. И случайная замена. Каменную кожу, думаю, надо брать, да. Тогда я буду более танковым. Вообще странно, что она сама по себе нерфит броню, каменная кожа. Лучше бы она что-то другое нерфила. Ой.
Ну, зарегенился быстро. Но это вроде не орда, это просто как бы обычная волна, поэтому тут проблем не должно быть. Но тут уже есть элитки. Во всяком случае, элитки уже мозги идут. 608. Ну, давай инженерию возьмем. Дерево, каменная броня, Найлс для отталкивания, Балитчуи, вот его возьмем. И сейчас надо броню будет подкачать. Хорошему. Я сейчас и за счет Найлсов отталкиваю нормально. Бля, каменную... Ой, дайте инженерную фабрику заебали. Чё, кстати, со светом? Наверное, у меня в глазах темнеет нахуй уже. Так. Есть. Реально, инженерка затащила бы тут все. Ну, как бы не ультимативно, но приятнее было бы иметь турельку после каждого дерева. Звучит, правда, странно. Иметь турельку после каждого дерева. Чуть не сдох. Крит стихийный, ну давай. Угу. Урон в дальнем, инженерия. Мне бы броню. Вот, заебись, броня. И хпшечка. Балетчуи. Корона. Она отобьется, интересно? Ну давай, попробуем. Удача. А у меня нету на удачу, что ли, этих тем? Походу нет. Ладно. Броня, хп, регенерация на минус 2% скорости. Не, не хочу. И это брать не хочу. Минус 9 хп. Одна из самых неприятных волн. Даже пытаться босса убить не буду. Потому что это для меня нереально. Мне бы выжить. Хорошо, что скорость не стал нерфить. Тут она важна. Это была бы ошибка. Даже... Ох, нормально, ядерка залетела. Блять, сколько, столько деревьев. Нечестно, дайте инженерку, пидоры. Что это вы так? Каждый раз не даете даже близко то, что мне нужно. Хилимся. На самом деле босс бы сдох. Будь реально инженерка и, может быть, еще парочка... Ну, змея, колбаса... Ну или там две колбасы, две змеи. Не так уж много на самом деле я требую. Мне раньше приходило такое. Турель. Это на халяву дается, так что возьмем. 91, нормально. Так, броня снова. Давай вот это возьмем, что ли. Балетчуи, хорошо. Глаза пришельца тоже нормально. Ладошка синенькая. Сюда я. Погнали, 19-я волна. Ну, теперь глаза пришельца уже, похоже, поинтереснее. Их бы еще подкачать. Два балетчуи, это тоже заебись. Мин бы побольше, бомб. И инженерку. Вот. Инженерную фабрику. И был бы прям охуенчик. Ебать, там полосок было, как я выжил. Нормально. Надо третье балит... Ну, пулеметное дерево. Пулеметное дерево, инженерная фабрика. Возгорания всякие. И нормально. Приманка, хорошо. Кража жизни, инженерия.
Давай кражу жизни возьмем. Мины. О, отлично, хоть мины пришли. Так, что еще тут есть? Dangerous Cake берем. Змейка пойдет. Барда, это ребенок, не нахуй. Нет смысла. Минус один weapon slot. Какая-то хуйня. Так, ну, что мне важнее? Вот это, наверное, взять. Это мы закрепим. Прикольный. Это клоп нарисован. Юрген. Ух, ебать. Ты чё такие вещи делаешь? Ты чё? Так, ну пока живем. Уничтожитель что-то хуёво залетел как-то. Или мне показалось. Не знаю. А, инженерная фабрика прям пиздец зашла бы. Ну, я буду ныть долго еще. Так что терпите. Ее по-прежнему нет. Нормально. Правда, не, по-моему, по одному боссу только зашло. Еще уничтожитель на подходе. Огнемет. А, хотя похуй, я пережил уже. 20 волн, заебумба. Крылья, урон, дальность. Похуй, давай. Так, здесь что мы возьмем? ХПшечку, ладошечку, ладошечка, турелька. Будем жить. Опять басяо. Блять, их еще и несколько басяо. Точно, это же уже после 20-й. Ну тут такой, один похуй, а второй неприятный. Но вы меня не пробьете, гай, с такими темпами. Я очень быстрый. Правда, и я их не пробью. Ни одного босса, по-моему, не убил за этот забег. Чел, который придумал этого Puppet Master, смотрит, наверное, если это увидит, он такой: блять, ты неправильно играешь. Я не так его задумал. А я ему как-то его задумал. Кукловода своего. Ты неправильно все делаешь. Бля, боссы, может, умрут сегодня хоть какие-то? Нет? Не похоже, да? Балет Чуи, третья, отлично. Че, вот это берем? Восстановление здоровья, давай берем. А здесь что мы берем? Ну, как будто броню хочется. Давай броню. Медицинская турель, сад. Ой. Уф, какие приятные штуки. Пойдет. Еще источники урона разные беру. Не помешает. Вообще от слова совсем. Не помешала бы в первую очередь, конечно, инженерная фабрика, про которую я уже говорил 10 тысяч раз. Но повторение мать учения. Поэтому было бы неплохо, игра, если б, ну, какая-то инженерная фабрика. Какая-то. Не знаю какая, но нормально было бы. Вообще, я просто бегаю, собираю ресурсы. По кайфу. В принципе, нормально собирается. Че, сбор там 199. Че, давай павлина возьмем. Еще глаз, еще опыт. Заебись. Сейчас можно очень много опыта получить. Если не сдохнуть. Вообще не должен я тут подыхать. Папеты, надеюсь, тут разделываются со всеми. Думаю, в идеале надо все-таки урон в ближнем бою взять, чтобы куклы немножко покачались. Нормально.
Я знаю, что свинья копюха точно после 20-й не работает. А сбор, он должен вроде как нерфиться. Ну, типа уменьшаться после 20-й волны. Там, на какой-то процент. Сейчас посмотрим, у меня уменьшилось, не уменьшилось. Так. Урон минус скорость атаки нет. Турель, да? Скорость передвижения, броня. Да, минус на 20% уменьшилось. Неприятно. Неприятно. Уничтожитель. Приманка. Вот, наконец-то хоть что-то хорошее. Броню, конечно, я качаю, но, наверное, надо перестать. Надо все-таки в урон. Папеты, блядь, у меня же основная сила это папеты, а не я. А я что-то, блядь, в себя, чтобы жить, жить. Ну, типа, все равно же они берут за основу куклу, за основу обычного моба, а мобы становятся сильнее. То есть, как бы, в идеале мне бы даже не надо было бы их качать, если работает все, как я понимаю. Но это отнюдь не факт. Ну, мне даже думать не надо, у меня дохуя регена, дохуя всего. Я не сильно думаю, я просто туда-сюда что-то бегаю. Тарапара, тарапара. 169, сбор минус враги, регенерация, не надо, отталкивание надо. Это надо. Так, хпшечка, процентный урон, сбор. Скорость, урон ближним. Давай урон ближним. Возьмем. Майлшторм. Берем. Восстановление от хпшечек. Ну и тут больше нехуй брать. Можно вот это взять. Босс, 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 босс. Два босса. Шо вы, боссы ебаные? Готовы? Не убить меня. А если я прям буду рядом с ними стоять, меня убьют? Да, ну немножко пробили. Немножко есть. 30 секунд. Может, блядь, это первые в истории киллы будут боссов у меня? На Puppet Master'е. Вообще, конечно, блядь, реально инженерка бы, если бы пришла в начале игры где-то, ну или в середине, она бы так-то хуя мне дала, эта инженерка. Ух, блядь, я сейчас умру. Нет, подхилился вроде. Подхилился. Очень много нафармил, кстати. ХП минус процентный урон. Взрывной урон, давай. Лимонад. Урон в дальнем минус дальность. Давай. Уклонение, давай. Кибершар. Урон в ближнем, урон в ближнем. Острый соус, коса, легендарная, бесплотная. Это прям хочется попробовать как-нибудь, но, видимо, не сейчас. Плюс к хп. Глаза пришельца вы еще надо быть. Ну, как бы не солидно. У меня на канале были видосы, когда там я пришельцев там штук 9 или 10 раз стакал. Там вообще огроменное количество. Можно было чисто вот глазами пришельцев дефать волну. Ну плюс уклонение 12% сейчас сделал. Блять, ебаные деревья, хочу от них импакт иметь. Дайте мне инженерную фабрику, блять. Колбасу еще. И ветчину. Дайте уже что-то полезное. О, уничтожители, хорошо, зашли. Кстати, враги не умирают, это проблема. Они меня убить не могут, но и не умирают. Я, по-моему, балет пулеметными деревьями больше сейчас наношу урона, чем своими папетами. Так,
Неплохо. Ладонь, колбаса еще одна. Хорошо. Наверное, хорошо. Но инженерки нет по-прежнему. Ну, сейчас хотя бы будут гореть быстрее, maybe. Не знаю. Процентный урон-то я немножко там поднял. Не все так плохо, как на старте персонажа. Нахуй вы за мной ходите? Ебитесь. Ну, врагов просто больше становится. Меня больше не становится. А вот была бы инженерная фабрика, у меня бы вся карта была в турелях. Везде бы все горело, а так буду ныть. Продолжать. Чуть не сдох. Еще колбаса. О, неплохо. Стихийный урон. Давай-ка мы его сюда. Медицинская, слоненок. Ну, глазная хирургия попозже, значит. О, привратник. Хорошо. Ну, хотя бы есть чем усилиться. Глазная хирургия тоже нужна, чисто потому, что быстрее разгораться будет. Значит, больше быстрее будет урон наноситься. Так, ну почистил пулеметными деревьями. Блять, да что ж они такие все ебанутые? Ну не умирают боссы, они умирают. К сожалению, живут. С кайфом даже, я бы сказал. Так, ну я восстановился, и maybe даже босс умрет. Это не в моей юрисдикции, конечно. Фух, выжил. Инженерия, давай. Привратник, вот эта херня. Ну, не хуй тут брать больше. Блин, 29 волн я от него не ожидал. Но он их по факту просто переживает. Ну, я. Или просто переживаю. Ну, 3 колбасы это уже существенный урон. Как бы сейчас уже урон от огня реально... какой-то импакт вносит. Как бы не огроменный, но присутствует. Если было бы штук, ну, 8 колбас, я думаю, там бы вообще ультимативная хуйня была бы. Еще и змеи какие-то. Тут даже инженеркам, может, не понадобилось бы. Я бы сам распространял и действующие турели, которые без инженерки появляются. Но это не факт. Не факт. Блять, я сейчас кончусь, блять. Надо как-то хилиться. Блять, может поверить в мечту, в них пойти. Блять, пошел в них, но мог дохнуть. Dangerous Cake, берем. Еще Dangerous Cake, берем тогда. Поджигающая турелька. Ну возьмем позже. Сейчас 3 босса, да? Блять. Ну, мой рекорд 4 босса. 40-я волна. Но, тем не менее, в данной ситуации не факт, что я переживу. Сейчас хотя бы 2 пирога есть. То есть, ну, довольно много шансов, что взрываются какие-то мобы. И хп у меня много. То есть, урон, который от этой херни должен быть, он как бы много должен дамажить. Пирожок-то этот опасненький. Нормально. 30-я волна. 13 секунд. Пережить еще. Бегаем от этой... Блять, немножко неправильная траектория. Ну ладно. Сойдет. Пока живем. Это не конец еще.
Кража жизни. Реликвия Сид. Берем на следующей волне. Накопим. Почему бы и нет? Это гарантированно ресурсы прилетают. И все проки от поднятия... Ну, типа мартышка, по-моему, там. Или слоненок. Эти вещи будут хорошо срабатывать. С гарантом. Че, у меня вообще 18 брони? И у меня нету каких-то постоянных приростов. У меня есть хп прирост, волну и удача прирост. А, блядь, ну она, по-моему, при убийстве прирост. Больше как бы нихуя нет. А хотелось бы. Хотелось бы, чтобы была какая-то лист грид, наковальня там, не знаю. Ну что-то полезное, блядь. Чтоб я за волну что-то прокачивал. Ну, пока мне таких функций не дали. Сдох я. Блять, жаль. Ну ладно, гайс, в принципе, сойдет. 31 волна. Неплохо раскачались. Но явно не через особенность персонажа. Я неправильно играл через него. Я просто раскачался как вот через руки, экономику и турели инженерка. Вот, где у нас... Хочу посмотреть две вещи. Первое. Это где у нас... А, это не показывает, что она дамажила. Эти тоже не показывают. И эти не показывают. Здесь показывается. Ну тут маленькие цифры, очевидно. Здесь тоже не показывается. Ну ладно. В общем, такие дела, гайс. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в сообщество ВК. И всем пока. А что там глаза? 30 тысяч. Ладно.